Друзья, всем привет! Сегодняшний видеоролик будет посвящен фиброцементному сайдингу. После того, как японцы и европейцы ушли с нашего рынка, вот мы в поисках постоянных новых производителей российских, ребят, которые заходят на эту нишу и начинают производить фиброцементный сайдинг. Сегодня мы напросили в гости компании Saitwood. С нашей точки зрения, один из самых перспективных фиброцементных сайдингов на нашем рынке. Производит много интересных разных фактур. Вот, сегодня я нахожусь у них в офисе, вот такие вот красивые стенды. Сейчас мы будем задавать какие-то вопросы менеджеру, и он с удовольствием сказал, на эти вопросы будет отвечать. Давайте я камеру переверну. Вот, специалист компании. Добрый день. Значит, вот такие вот образцы интересные. Помимо того, что... Ну, чем уникален этот сайдинг с нашей точки зрения? Помимо того, что они делают вот монотонный цвет, видите, здесь вот такой вот коричневый цвет. Они также делают их еще и вот такие вот неоднородные, скажем. Если снизу посмотреть, ассортимент цветов очень большой. Большое количество цветов. Сколько у вас цветов таких вот? 35. 35 цветов. И плюс еще сейчас они начинают производить вот однородные. Будет где-то цветов 15 примерно, да? Правильно? Ну, да. Расскажите в двух словах, что это за материал, из чего он состоит. Здесь используется основа хризотил-цементного сайдинга, вот, а само покрытие, оно идет, это не акриловая краска, не вододисперсионная, это новое покрытие, полимерное, с неорганическим пигментом. То есть каждая доска, она имеет 3-5 цветов, то есть она имитирует прям натуральную древесину. Угу. Переливание цветов, где-то сучки и так далее. Это все вы сами, да, красите? Да, здесь абсолютно это наше производство. Здесь используются компоненты нашей собственной разработки, то есть грунтовка, пластификаторы, вяжущие, хорошие пигменты импортные. Что это дает? Ну, первое, как я ранее сказал, во-первых, это цветовая гамма. Такого на российском рынке сегодня нет вообще ни у кого. Uh-huh. Это, можно сказать, уникальный продукт на сегодняшний день. Даже, в принципе, и за рубежом тоже не предлагают такую продукцию. Во-вторых, здесь имеется данное покрытие, оно имеет защитные функции. Защитные именно не антивандальные, а от климатических воздействий. Наш материал очень тяжело выцветает, то есть у него отличная цветостойкость. Гарантия сколько на цвет? Гарантия мы даем 7 лет на цветостойкость и на адгезию. Угу. У материала присутствует хорошее адгезационное свойство, то есть краска не будет отлетать, отшелушиваться. И, что немаловажно, наше покрытие, ну простым языком назовем, забирает появление высолов. То есть, да, соли не будет, 100%. Никогда не будет, да, потому что это уже мы протестили, за счет чего это закрывается. Потому что покрытие работает как мембрана. Угу. Оно не через себя ничего не пропускает и из себя ничего не пропускает. В отличие, кстати, от акриловой водно-дисперсионной краски, которая через себя все пропускает, она очень паропроницаемая. У нас такого нет, то есть этот вопрос закрыт. А сколько срок службы вообще этого материала? Срок службы материала 50 лет. 50 лет, да? Да, к тому же он требует по уходу, по рекомендации, всего лишь раз в 5 лет рекомендуется помыть его керхером просто обычной водой. Все, uh-huh. Ни средствами никакими ничего не требуется. У него присутствует в составе гидрофоб, от него отскакивает вода, грязь, то есть не задерживается на нем. Материал для тех людей, которые хотят иметь деревянный фасад, uh-huh. Но не уделяют времени периодического ухода, да, за деревом. Красить его, чтобы оно темнело, повесили и забыли. Uh-huh. Самое интересное, то, что мне больше всего понравилось, это то, что этот производитель, я не знаю больше других производителей, делают клик, как вот был кедрал клик. Здесь вот тоже есть такой вариант. Делать его, видите, он идет шип-пас. Толщина панели вот это 10 мм. Если мы говорим про нахлёст, то он 8 миллиметров. Расскажите, вот эти все цвета то же самое можно делать, как и те? Да, совершенно верно, что прямой сайдинг, что клик сайдинг, неважно, какую вы выбираете, цветовая гамма, которая присутствует, она может быть абсолютно сайдинг и в той цветовой гамме. Ага. Выбор системы монтажа клик или елочка не влияет по выбору цвета. То есть, комплектующие все есть, да, у вас? Там стартовые, сетки вентиляционные. Стартовые, углы, откосы, то есть если вы хотите обрамить свой дом и добавить, скажем так, выделить углы вот эти все металлические элементы, они у нас все присутствуют. К тому же, что немаловажно, эта доска, которую вы видите, это 19, да, угу. сантиметров шириной. У нас есть, Павел сейчас покажет вам, да, доска 10 сантиметров. Пойдемте посмотрим сразу. Да, давайте, посмотрите, вот она здесь представлена в некоторых позициях, вот она.
То есть вот она идет десятка, да, прям шириной 10 сантиметров. Мы ее сделали для чего? Ну, тот, кто, например, не хочет обрамлять углы все доборами металлическим осадником, чтобы не распускать 19-ю, вот, пожалуйста, эту доску берете, оформляете углы, окна, откосы, входные группы. Угу. Она также красится во все цвета, которые представлены в каталоге. Угу. Понял. По поводу цены давайте проговорим. Да, то давайте. Есть тут должно быть, получается, 4 вида цены, ну, который идет фиброцемент внахлёст монотонный, фиброцемент, ну, не знаю, как это правильно называется, вот этот цвет? Ну, у нас называется это премиум-продукт, то есть это многоцвет, назовем многоцвет, так. Да? То есть это однотон, это многоцвет. Да, вот. Однотон внахлёст, какая цена? Значит, смотрите, давайте начнем. То, что имеет цветовую гамму, монтируется елочкой, прямой садник, да, мы его называем премиум, 2850 рублей квадратный метр. Угу. Вот. Если мы говорим такой же садник, как вот сейчас вы показывали, клик, 4210 рублей квадратный метр. Значит, ну, просто цен много, да, не все их на память помню. Если взять, значит, однотонный садик, это 1850 рублей. За квадратный метр. За квадратный метр, да. Угу. Вот. И которая доска 10 сантиметров, мы ее доборную называем, она клик, ну, быть не может, она вот идет только вот такая прямая. Она получается, значит, у нас квадратный метр тоже 2850, вот, но там цена за доски, за одну штуку. То есть, чтобы было понимание, потому что в квадратном метре этих досок получается больше. Значит, здесь за штуку 1625 рублей, а если прямой сайдинг, там 800. Они 3 метра, да, длиной идут? Они трехметровые, да, две ширины, две толщины. Хорошо, а клик однотонный сколько стоит? Так, клик однотонный, значит, получается 3295. 3295 рублей. Да. Угу. Ну, цена, в принципе, нормальная. За уникальный продукт, в принципе, да, который конкуренции на сегодняшний день у нас нету. Действительно нету, да, потому что такую цветопередачу, имитации дерева, что предлагаем мы, еще раз повторюсь, на сегодняшний день не предлагает никто. К тому же здесь новое покрытие с защитными функциями именно от климатических воздействий. Это очень важный момент. То есть материал видоизменяться будет очень медленно, он десятилетиями будет висеть и радовать. Угу. Он делается под заказ, да, на данный момент? Да, у нас под заказ, потому что цветов много, позиций складских еще нету, рынок их не вывел, очень большая цветовая гамма. Но сроки, в принципе, небольшие, от 3 до 5 недель. Ну, грубо, в среднем месяц. Склад где находится? Склад у нас находится в Люберцах. Вот, крепежи, которые крепить ИБТМ лента, краска на подкраску торцов, если вы отпилили, все у нас в ассортименте присутствует. Так, друзья, ну вот давайте я вам еще раз покажу. С моей точки зрения, интересный материал. Но самое главное то, что у этого материала есть клик, потому что многие клик спрашивают, многие хотят, а его нету. В целом, если брать однотонный цвет, 3200 за квадрат, там 3200-3300, это на данный момент адекватная цена. Вот такой вот ассортимент цветов здесь, очень большой. Еще будет 15 цветов однотонных. В принципе, есть еще выбрать. Друзья, ну вот такой вот небольшой видеоролик, ознакомительный с новым материалом для нас. Новый фиброцемент сайдинг Сайдвуд. С моей точки зрения, имеет место быть. Цена в целом адекватная, поэтому, если кому интересно, пишите. Звоните, обращайтесь. Все, всем пока.